балет Игоря Стравинского «Пульчинелла» создан на музыку Перголези и других композиторов XVIII века. И создан он по мотивам традиционной итальянской комедии «Дель арте». Комедия «Дель арте» или комедия масок – это вид итальянского уличного театра, существовавшего примерно с XVI по XVIII век. И театр этот был основан на импровизации. Существовала сюжетная канва, и актеры, одетые в маски, импровизировали свои роли на основе заданного сюжета. Стравинский написал балет, а позже на его основе создал сюиту. И сейчас прозвучит итальянская сюита для виолончели и фортепиано Игоря Стравинского в 5 частях. Интродукция, серенада, ария, тарантелла, минуэт и финал. Исполняют Михаил Оленин – виолончель и Лидия Спиридонова – фортепиано.